Всем привет, друзья. Смотрите, у нас питомец какой есть дома. Кролик. Кроша его зовут. Так, это... Интересный. Игрушки. Чего там? Умываешься? Чистишься? Чего ты? Чем пахнет? Чего ты? Я ты что нападаешь? А, он еще нападает. Не нравится ему, когда его снимают. Вот любимый его плинтус. Он любит грызть очень сильно плинтус. Очень вот любит грызть. Она потом ремонт, когда будем делать, надо поменять. На, твоему баранчику туда. Иди. Мы туда ставим, чтобы он не сильно грыз. Он грызет, обои грызет немножко. Зачем такой вредный? Зачем такой вредный? Это твои игрушки. Твой дружбан. Твой дружбан. Вложим сюда, чтобы не грыз. Вот. Трется. Это его еда. Сено. Да, сейчас поменял. Это у него подстилка, это его еда. Так, так. Это его поддончик. Сейчас будем его ставить на место. Так вот. Клетка. Он здесь живет. В этой клетке. Так, сейчас он. А погоди ты. Стой. Иди. Так, как бы он поставить-то. Так, наоборот. Так вот. Ну и как-то его в пазы попасть. Сейчас, минутку. Что, расширю? Так. Надо попасть в паз. Вот этот вот. В пазы попасть. Ровненько сейчас, погодите. Одной рукой неудобно и снимать, и клетку ставить. Сейчас мы... А потом, когда уходим, мы его закрываем в клетке. Там еще поилка у него где-то есть. Так, стоп. Надо ровненько сделать, потому что не совпадает немножко. Сейчас я на место поставлю, подойди. Блин, где-то тут что-то не совпало. Так, а все совпало. Все на место ставим. Все. Опа, вуаля. Открываем. Он сюда заходит потом, как погуляет. И все, да, крошка? А там у него тоже обезьянка. Опа.
Обезьянка у него тут, чтобы плинтус не грыз. Вот так вот. Такой вот у нас питомец ушастый. Вреднючий немножко. Кроша, иди сюда. Кроша, иди сюда. Кроша. Кроша, что делаешь? Сюда иди. Кроша. Клеточка. Вот его дом, он здесь живет. На ночь закрываем. Вот ничего там не съел, не погрыз. Лишний раз. Это у нас кроша. Все поярче сделал. Свет включил, чтобы видно было получше. Чего ты, кроша? Глаза у него красные такие. Он кое иногда злится, можешь покусать. Чего ты? Бегает. Ладно, свет. Ладно, иди. Все, короче. Ладно, все поснимали. Еще. Вот такой у него быт кроличий. А, еще поилку надо, кстати, установить. Сейчас поилку. Так, поилочку повесим. Так, давайте сейчас поилку навесим. Блин, как там она? Так, пониже, что ли? Немножко поближе сюда, ну. Вот так вот где-то, да? Так. Так, проволока отлетела. Так, все, закрываем. Вот так вот все. Оно здесь у него. Здесь он пьет с этой поилки. Это ест. Это подстилка и сено. Все, короче.